Фашизм – это такая толковая вещь, но которая очень актуальна, за которую я подписываюсь, и это сейчас надо в нашем обществе, потому что это проблема, и как человек думающий, я пытаюсь помочь. И антифашизм для меня – это предпринимание неких действий против фашизма. Они могут быть разными, и каждый для себя выбирает то, что он может, и то, что он считает правильным, что не всегда, кстати, одно и то же. Ну, антифашизм можно понимать разными словами. Можно понимать как борьбу на улицах, интернет-бои, борьба на книжках, когда там старые старперы сидят и там разговаривают о антифашизме и так далее. В принципе, это все можно назвать антифашизмом. И в каждом мире эти вещи, в этих вещах есть плюсы, есть минусы. Отрицание идеологии фашизма, превосходство одной нации над другой, одной группы над другой. Соответственно, антифашизм – это активное противостояние этой идеологии. Соответственно, там исключение своего круга общения националистов – это переубеждение своих друзей. Для меня антифашизм – это противодействие власти, капиталу. Ну и, естественно, тем всяким там фрикам, банхедам, которые ходят в наших улицах по России, страдают хуйней. Антифашизм для меня – это противостояние любым видам дискриминации. Пиздить банов, пить про то, как, к чему, каким последствиям плохим ведет фашизм. Проводить агитацию еще. Клеить наклейки в метро антифашистские, зачеркивать свастики на улицах. В принципе, я считаю, что антифашизм – это нормальная человеческая позиция любого здравомыслящего человека. А антифашизм для меня является борьба в принципе с любым угнетением каких-либо малых групп, будь то национальные меньшинства или там пенсионеры или студенты. Будь то гомосексуалисты, лесбиянки, черные, мигранты, бедные, бездомные. Фашизм – это прежде всего это сопротивление на улице. Да, это не те парни, которые пришли сегодня. Это музыка, это мода, это круто. Да? А это разбитые щи, за которые ты всегда можешь ответить. И антифашизм для меня – это борьба против невосприятия ксенофобских всяких тем, расизма. Вот. То есть я считаю, что все люди как бы одинаковые, и стоит их мерить по поступкам, а не по их как бы каким-то отличительным чертам, с которыми они родились. Антифашизм – это то, что нас всех объединяет здесь сегодня. Конечно, в некоторой степени каждый понимает себя по-разному, по большому счету, то лишь, для кого-то это одни вещи, для кого-то другие. Это возможность сразу видеть, как нормально. Я очень хорошо это хорошо слышу. Ты понимаешь, по-своему, я по-своему. Но есть одно, что нас объединяет. Это панк-рок-сцена, ска-сцена, хардкор-сцена, неважно. Здесь есть место скинхедам, панкам, хардкорщикам, кому угодно. Но здесь есть место людям с расовыми и национальными предрассудками. Это гордость. Антифашизм – это когда приходят люди, которые знают, что на выходе они могут получить по щам, могут оставить ту свою жизнь, и они знают, что они своей жизнью рискуют. Вот это и есть антифашизм. А когда это превращается в моду, это уже не антифашизм. Это просто модная штучка. Я анархист, и вообще я считаю, что антифашист – это уже политическое убеждение. И так или иначе, любой человек, который борется против фашизма, он все-таки имеет какие-то мысли по поводу того, что должно быть вместо фашизма. Ты понимаешь, что ты можешь это делать, у тебя есть на это время и возможности, и желания. И, в общем, и цель греет. Антифашиста! Алята! Алята! Антифашиста! Алята! Антифашиста!
сейчас как на взлете находится как фашистское движение, так и антифашистское движение. Это очевидно. Более того, вопрос идеологической направленности и развития страны в целом сейчас решается не на высоких трибунах. В сфере официальной политики все политические силы ушли от реальности, от того, чем сейчас реально дышит общество. Они занимаются просто дележом денег, дележом мандатов и приближенностью к корыту, где раздают льготы. А сейчас реально определяется вектор развития нашего народа, нашей страны на улицах. Мне кажется, что, соответственно, сейчас в России есть, собственно, две разных проблемы. Одно вот это баны, вторая некая как бы общая ксенофобия. На самом деле баны это некое порождение вот этой общей ксенофобии. Да? Самая большая, конечно, проблема это бытовой национализм, этот расизм. Вот. Дети все это хватают с малых лет. Потом начинается эта фигня. Потому что есть плохие люди. И русские, и не русские. И в принципе говоря, Россия это в первую очередь это многонациональная страна. И фашисты, которые говорят, что мы патриоты России, что мы такие прям любители Родины. Это просто люди, которые абсолютно не ценят свою культуру, не знают ничего о истории. Это просто, я не знаю, это люди, которые бездарные, которые неграмотные, они нигде не учатся, они вот тупо пьют пиво везде на улице. Потому что человек, направленный на фашистскую идеологию, он теряет просто свое людское обличье, он превращается в элитиков системы, он отдает все свои качества какому-то фюреру, который вдруг выбрал или сам себя назначил. Я общалась с такими людьми, у меня есть один знакомый, которому я напрямую говорила, что он полный дебил, что, блядь, чувак, ты просто, блядь, ты вообще думаешь своей головой, у человека нет мозгов реально. И, короче, ну, резать надо таких людей, на самом деле. Очень много таких людей среди банхедов. Бля, провальная ситуация, слишком дохуя, блядь, националистических настроений, которые за хуйни за всякие возникают. И, блядь, то есть, ну, там, людей уже, блядь, там, с детства учат какую-то хуйню, то, что если чувак, блядь, там, чурка, то он, блядь, по-любому, значит, блядь, ну, говно какое-то. Нихуя я с этим не согласен. Конечно, среди нихуя, ну, там, гандонов там всяких, которые там, ну, ведут себя как паре. Ну, блядь, среди них с ним нормальные люди. Похуй, все люди, блядь, ну, люди как люди. Какая разница, кто ты, блядь, хоть, сука, удмурт, блядь. Хоть нахуй, блядь, я хуй знает, канадец какой-нибудь с саной. Для бана, наоборот, как раз ситуация приезда в Москву вот всяких нерусских людей, она создается как высадка марсиан и уничтожение землян, как бы, грубо говоря, да? И, соответственно, поэтому они вот так и жестоко беспределят. Поэтому они как бы готовы как бы убивать, взрывать кого-то, готовы садиться за это. Я с большим, так сказать, ну как сказать, даже не осторожностью, а с большой озабоченностью смотрю на рост фашистского влияния, потому что это не рост влияния снизу исключительно. Это те тенденции, которые активно провоцируются властью. Власть выбрала лозунги патриотизма, и сейчас патриотизм у нас фактически официальная государственная идеология. Уже полностью обелены стали чуть ли не государственными словами «держава», «империя». Соответственно, любые призывы к патриотизму, к державности, к империи с высоких трибун внизу находят отклик в виде прямых действий и именно прямых насильственных действий. У нас вообще фашистская обстановка в стране, именно политическая. Идет патриотическое, типа псевдопатриотическое воспитание. Воспитывается новое поколение банхедов, которые там ходят, пиздят людей, убивают их на улицах. Вот банам пофигу, вот эти нерусские люди, они совершают 95% или 3% преступления, да? То законодательство, которое вырабатывается у нас на эту тему, оно совершенно порочно, на мой взгляд, сформулировано. Из-за того, что вот такой аморфный закон, то ну, добросовестно настроенные, скажем так, прокуроры и следователи, это много раз я это слышал, они говорят, что мы просто не знаем, как нам применять этот закон. Мы его не понимаем, они юристы по образованию, я понимаю, что действительно вот эти формулировки непонятны. Что очень, к сожалению, сильная тенденция к тому, чтобы этим законодательством злоупотреблять. Рюхин активист антифашистского движения, но при этом не принимал участия никаких силовых.